Всем привет! С вами Софи, и сегодня я буду делать дракона гриб из игры «Легенды дракономании». Берем чистый лист бумаги и сворачиваем его в полоску по длинной стороне. Склеиваем канцелярским клеем. Сворачиваю полоску пополам. То же самое делаем для нижней челюсти. Нижняя челюсть должна быть короче верхней, поэтому я отрезаю от нее небольшой кусочек. Еще раз берем чистый лист бумаги и сворачиваем его пополам. Прикладываем заготовку для верхней челюсти и обводим ее простым карандашом. Начинаю рисовать верхнюю челюсть дракона. Раскрасим верхнюю челюсть дракона двумя цветами. Коричневым и зеленым цветом с темно-зелеными точками. Точки будут имитировать зеленый мох. Thank you.
начинаю рисовать нижнюю челюсть. Также прикладываю заготовку и обвожу ее простым карандашом. Раскрашу нижнюю челюсть светло-розовым цветом. С темно-розовыми полосками. Сворачиваю еще один лист пополам. Берем заготовку и приклеиваем ее к листу бумаги. Обводим вокруг простым карандашом. Нарисую бортики. И раскрашу красным цветом. Сворачиваю бортики. Чистый лист бумаги прикладываю заготовку верхней челюсти и обвожу ее простым карандашом. Это будет верхняя часть головы. Рисую бортики и небольшие надрезы. Раскрашу также верхнюю часть дракона зеленым цветом, с темно-зелеными точками, имитирующими мох.
сворачиваю бортики. Опять берем чистый лист бумаги и сворачиваем его пополам. Начинаем рисовать глаза дракону. Они будут трех цветов. Веко зеленым цветом, радужка коричневым, а зрачок черным. Сворачиваю еще один лист пополам. Начинаю рисовать дракону украшения. Это будут грибы разных видов и разных цветов. Thank you.
помогаю собирать дракона. Соединяю верхнюю и нижнюю челюсть между собой при помощи скотча. Приклеим глаза и остальные украшения. Thank you.
такой дракон у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!